Несмотря на промозглую и ветреную погоду, десятки химчан собрались в парке имени Величко в Сходне, чтобы послушать концерт и поздравить друг друга с важным и по-настоящему победным праздником. Два года назад в состав России вернулись Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Чем больше наша страна, тем мы крепче и сильнее. Я скажу честно, вот от себя так здорово, что есть такие проекты, действительно, которые объединяют, собирают вот такие вот концерты, да, людей, и мы действительно становимся едины. Знаменательное событие стало возможным благодаря единству, которое проявили жители новых территорий во время референдума. Частью большой и дружной российской семьи стали миллионы людей, которые прошли через тяжелые испытания. И теперь каждый год в разных городах нашей страны в этот день проходят праздники и концерты. В истории современной России это, на мой взгляд, величайшее событие. Объединение и воссоединение произошло на, вы знаете, на родственной почве. Один язык, одна история, одни традиции, одни ценности. Это очень важно, это принципиальный момент. В этот день на сцене выступали народные творческие коллективы «Химок», а также сольные артисты. Среди приглашенных гостей выступил преподаватель МГИК Николай Бурьяновский, певец, который не раз давал концерты в зоне специальной военной операции. Мы освободили эти территории от фашизма, поддерживаем их до сих пор. Идут восстановления городов. Строятся новые школы, детские сады. И данные регионы становятся сильнее с каждым днем, потому что они вместе с нами. Во время концерта чествовали волонтеров, которые с первых дней помогают нашим бойцам. Одна из них – Вера Потапова. Так же, как и многие химчане, она плетет сети, собирает гумпомощь. Чтобы был мир на земле, хочется. Я пожелала бы им терпения, усилий, много сил и здоровья. Воссоединение с Россией открыло перед жителями Донбасса, Запорожья и Херсонщины новые возможности. Сегодня эти территории активно развиваются. Появляются рабочие места, строятся новые школы, дома и дороги. Юлия Самошина, Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.